Испытание на живых людях. Сегодня столовая Мордовского госуниверситета решила доказать, что они исправились и теперь кормят студентов, если не деликатесами, то вполне съедобными котлетами и десертами. Юлия Прунова и Павел Толобаев наблюдали за утолением студенческого голода. После такой рецензии только акциями и машут. Столовая госуниверситета взялась за имидж, изрядно подмоченные теледивой летучей. Конкурс на звание самого голодного студента вуза ожидаемо привлек этих самых студентов, а еще сытых зрителей. Я просто зритель, я не участвую. Не решился? Нет, не решился. Если нас будет плохо кормить, кто из нас получится? Плохие строители, плохие юристы и так далее. Местным поварам доверяете? Ну да. Доверяю. А чего бояться? Собственно, сам конкурс рассчитан на 3 этапа. На первом отчаянные студенты должны съесть второе и салат. В полуфинале быстро употребить пирожное. А в финальной схватке уничтожить максимальное количество кусков пиццы. Это не просто студентка Мария. Она борец с нарушениями на кухне. Пока остальные едят, она следит. Студенческий контроль, который она возглавила, теперь пускают везде. И за качество еды, даже для очень скромного студента, она почти не опасается. А ведь раньше все было просто ужасно. Проблемы у нас были разные. Во-первых, это был и обсчет со стороны работников питания. Это была не всегда качественная продукция. Это отношение работников питания к студентам. Но благодаря нашей комиссии эти проблемы мы пытаемся устранять. Отборочная часть оказалась самой сложной. Коронные ледяные макароны и апатичные котлеты в компании салата из капусты. Чтобы стало понятно, это едят студенты и даже ректор. Вполне съедобно. Питаемся в институте, так что все, в принципе, привычно. Потенциальных творцов селфи на фоне котлет и салата больше 100 человек. И каждый выкладывает в социальные сети фото и видео, которые должны сказать, обеды в студенческой столовой стали безопаснее. Карету скорой помощи у порога студенческой столовой мы не обнаружили. Значит, организаторы уверены, что студенты медицинского факультета наверняка помогут своим собратьям в случае чего. Юлия Пурнова, Павел Толобаев. Наши новости.